Привет всем! Все, кто подписан на мою группу, знают. Те, кто не знают, говорю, я нахожусь сейчас в городе Чернобыль, и этот выпуск будет именно о нем. Если вы ждете какой-то экшен, какой-то экстремальный поход, здесь его не будет. На данный момент съемки окончены, и я вам покажу то, что я отснял. В своей атмосфере город Чернобыль такой, какой он есть на самом деле. Думаю, Чернобыль в представлении не нуждается, но кратко напомню, что этот город находится в закрытой 30-километровой зоне отчуждения. Основное население составляют работники Чернобыльской атомной электростанции, которые работают на вахтовой основе. Есть и коренные жители этого города, самоселы, но их очень мало. Сам город получил относительно небольшое радиационное загрязнение, но все же относится к городам без населения. Сразу хочу сказать, что снимал я Чернобыль не в один день. Примерно ушло у меня дня 4, а то может быть и 5. Поэтому вставочки будут с разных дней. Ну вот смотрите, центральная площадь, суббота, утро. Некоторые люди выходные, некоторые работают. Там видно аллею. Такой домик. В общем, город пустой, людей здесь встретить, ну это почти событие, хотя смотря какой день, бывают в будние дни и людей в принципе немало. В городе находится очень много заброшенных домов, но жизнь в них угасла далеко не в 1986 году, а примерно в конце 90-х. Подтверждение тому – настенные календари. Думаю, это связано с тем, что люди возвращались в город после аварии на ЧАЭС, а потом снова покидали свои дома.
Ну и вот дерево мощно так выросло. Поначалу я думал, что веточка такая маленькая упала, но она просто тупо вросла в здание. Ну, а здание деревянное с кирпичной облицовкой. Интересно, батарея так зависла. Там слева есть жилая часть, точнее, там слева уже есть некоторые жилые дома, парочку. Дома относительно хорошего состояния, ну тут чуть-чуть нет. Если брать относительно времени 86 года, то в принципе у них хорошее состояние. Стекла целые, стенки, крыши. Этот красненький вообще по виду будто, ну не знаю, месяц назад его покинули. Такое впечатление. Отличное состояние. Можно заезжать жить. Ну а тут деревья поврастали. Сейчас покажу, как это зачастую бывает. В основном со всеми домами. Природа здесь, не скажу, что буйная, но тем не менее потихоньку свою территорию отвоевывает. Вот. Природа беспощадна к человеческим строениям. Я сейчас нахожусь на территории церкви и смотровая площадка, откуда видно 30 и, наверное, немножечко 10-километровой зоны отчуждения. И, в принципе, видно линию электропередач, которая шурует прямо на ЧАЭС. Или точнее оттуда. Сейчас она отключена и ничего не работает. Да, еще видно портовый кран, потому что здесь рядом река Припять. Ну и самое, наверное, может быть ужасное, может быть такое необычное. Вот в этих зарослях, смотря вот так вот вдаль, можно обратить внимание на заброшенные дома. Зрелище, конечно, необычное, смешанное чувство. Здесь всегда очень тихо, и на территории церкви находится вот такая вот лавочка. Это одно из моих самых любимых мест в Чернобыле. Просто вот так садишься и слушаешь эту тишину. Thank you.
Здесь вообще полная жесть. Такое впечатление, будто у дома убрали цоколь, и он так присел. Крыша отсутствует. Там тоже дома. Ну, повторюсь, очень много заброшенных домов. В любой точке Чернобыля идешь и видишь заброшенные дома. Истинный чернобыльский пес. Отвлечемся, расскажу историю. Видите, тут у собак на ушке пломбочка стоит. То есть они все стерилизованы. Практически все. Кроме вот этого вот чувака. Угу, ты чё? Да ты меня чуть-чуть пугаешь уже. Этот благополучно свалил от стерилизации. То есть всех собак вылавливали, их тут бывает около десятка возле столовой крутятся. А этот убежал. И в итоге сейчас без пломбы лазят. Иди отсюда. Тебя снимаю. Давай, поворачивайся. Да не ты. Но жалко, что здесь их нельзя кормить. Потому что собаки являются переносчиком смертельно опасных болезней. Заболеваний, которые существуют среди животных на территории ЧАЭС. Поэтому кормить их запрещено. Бамбук будете? Этот кот живет здесь сам, так как здесь в основном заброшенные дома, там кое-где есть жилые самоселы. Но этот одиночка сам здесь ходит уже не первый день, я его тут встречаю. Да, наверное, кто-то подкармливает. Чернобыльского пса вы видели, теперь чернобыльского котика вы увидели. Какой кабанчик. Наш мегадомик с деревом. Ну, а мы идем по улице Ленина. Самое интересное, знак ограничения скорости 40 км в час. Да, тут, конечно, разгонишься. Иду так, и по обе стороны заброшенные дома. И самое интересное, что стекла-то остались целые, как бы особо места не разрушены, но разграблены. В основном дома все пустые, я так иногда захожу в один, во второй. В принципе, ничего интересного, все пусто, либо жесткий бардак. Ничего особенного. Почтовый ящик. Это вроде как бы доска объявлений или что-то подобное. Прочитать сложно, потому что запись едва-едва видно. Интересно, так раньше делали из дерева, узоры всякие, смотрится красиво. Сейчас все на минимализме, бетон, все гладко, ничего лишнего. Раньше как-то подходили ко всему этому немножечко с душой. Хожу под дождем и понемногу промокаю, поэтому зайду сюда, чуть-чуть посижу.
Ну вот, как я и говорил, что в основном в заброшенных таких домах есть красная звезда, либо серп и молот. И такое часто можно увидеть в этом городе Чернобыль. Ладно, зайдем. Кстати, это вроде бы как Чернобыльский военкомат бывший. Вот, доказательство моим словам, то, что здесь, как и в других домах, пустота царствует, ни мебели, ничего. Только тишина, либо акустика от моих шагов. Так, ничего. Местами проваливается пол. Во, удивительно как. Осталась одна лампа дневного света. Выглядит она довольно-таки хорошо. Прям удивительно. А, вот и вторая. Очень удивительно, конечно. Да. Ребятки тут, наверное, проходили комиссию и отправлялись на службу. Так, ну что, пойду в подвал. Блин, я еще, ну как обычно, я сам хожу, людей вокруг нету, в подвал иду сам. Может, не надо? Да ладно, иду. В принципе, я уже вижу, что там ничего особо интересного. Разобранный кондиционер БК-1080. То, что разобранный, разбомбленный. Ступеньки не очень. Щитовая. Тут даже гнездо было. Плохо. Да, подвальное помещение, конечно, интересное. Здесь такой полукруглый потолок. Сохранилось полностью отопление. Что я говорю, отопление. Батареи для отопления. Странно, почему их не порезали. Очень странно. Здесь тоже такое. Круглый потолок. Блин, ну мне нравится, как раньше делали. С круглыми потолками. Так, интересное решение. Чем-то мне напоминает, блин. Это уже, наверное, профессиональная шахту напоминает. Там тоже кровля круглая. Делали круглую кровлю в основном, чтобы уменьшить давление породы, так сказать. Типа того. Ну, это о шахте. Ну, интересно, в принципе. Почти. Тут, ой-ой-ой. Я ходил там, и можно было, блин, провалиться, ё-моё. Легко. Окно выдачи. Ладно. Пойду-ка я. Зайдем еще сюда. Да, тут складские помещения были. Блин, ну я говорю, шахту мне напоминает. Это уже точно профессиональная. Остались выключатели. Раз, два, три. Может, кто вспомнит серию «Близкий контакт» первой степени. Там в третьей части я ходил по помещениям, по складам, бывшим складам взрывчатых материалов,
взрывчатых веществ. Похожие помещения там были. Ну все, выходим. Смотрите, в стене растет береза. Ничего так, да? Но мне понравилось больше. Сейчас покажу. Вон та березка. Вон она. Она выросла из угла дома. Внезапно так. Просто тупо вот так вот из угла решила прорасти. Так она и высотой, я не знаю, метров 15, а может быть около 10-15 метров.